Друзья, всем привет! Меня зовут Оксана, я представляю компанию HRON Group Варшава. Сегодня я рада с вами поделиться новой вакансией от нашего партнера-работодателя в Польше. Это компания по производству и переработке овощной и фруктовой продукции в густые соки. Компания называется Compol Fruit, находится она в городе Милеев. В компании открыта вакансия для мужчин, женщин, а также семейных пар. От 18 до 55 лет. Опыт работы не обязателен. Компания полностью автоматизирована и оснащена инструментарием. Соответственно, когда вы приезжаете и начинаете свою работу, то вы работаете под руководством своего лидера или бригадира. В компании предусмотрено обучение от нескольких дней до недели. Что необходимо делать на данной позиции? В обязанности будет входить работа, которая будет связана с переработкой фруктов на производстве. Это сортировка фруктов, контроль качества, засыпка и получение фруктов, мойка упаковок, высыпка продукции на производственную движущуюся линию, соблюдение порядка и правильное размещение материалов на складе, загрузка упаковок и средств на продукцию, приготовление производственной линии перед и после мойки, загрузка сырья на движущуюся линию с помощью палеты. В обязанности мужчин будет входить ручная загрузка и разгрузка до 30 кг, соблюдение порядка и чистоты на складе, сортировка фруктов, упаковка товара, устранение остатков фруктов, мойка и дезинфекция фруктов. Обязанности для женщин. Это ручная загрузка и разгрузка до 12 кг, контроль качества упаковок, чистка машин, сортировка, мойка и очистка сырья, подготавливание и мойка пластиковых упаковок, бочек и палет. График работы в 3 смены, в зависимости от того, какую смену вы выберете. Это решается уже непосредственно на месте с вашим бригадиром или руководителем. 3 смены с 6 утра до 14, с 14 до 22, либо с 22 до 6. Заработная плата почасовая выплачивается на банковский счет сотрудника, и в среднем это от 17 злотых в час. Также возможны доплаты за переработки и премии. Также можно выходить в нерабочие дни, и это будет доплачиваться. Заработная плата будет выше, да? Часовая ставка, она выше в нерабочие выходные дни. Проживание работодатель предоставляет бесплатно в городе Милеев. Это комнаты, где вы проживаете по 2-4 человека. У вас есть душевые кабины, стиральные машины, газовые плиты, кухня полностью оборудованная с посудой, сушилка для одежды. Вы платите только за коммунальные услуги, и это составляет 400 злотых в месяц. Также компания-работодатель предоставляет бесплатные обеды, горячие для сотрудников, и полностью экипировку, то есть это одежда, обувь, все, что необходимо для работы, это также предоставляется бесплатно. Температура в помещениях завода около 10 градусов, соответственно, вам будет необходима одежда специальная, которую работодатель предоставляет. Компания занимается сезонными фруктами. Если сезон на фрукты заканчивается, то, соответственно, вы занимаетесь переработкой овощей и другой продукции. Предприятие находится в 4 километрах от место проживания, соответственно, довоз до предприятия тоже совершается за счет работодателя.